Может ли сумма квадратов 25 последовательных целых чисел быть квадратом? Давайте составим уравнение, обозначив среднее из 25 чисел буквой x. Тогда наши числа – это x квадрат, x плюс 1 квадрат, x минус 1 квадрат, тогда x минус 12 квадрат, x плюс 12 квадрат. И когда мы раскроем скобки, то x первой степени исчезнет, потому что вот здесь вот будет минус 24x, минус 22x, а там будет плюс 24x, плюс 22x и так далее. Соответственно, уравнение приобретет очень понятный вид. y в квадрате – это 25x в квадрате, плюс удвоенная сумма квадратов чисел одного до 12. Ну, есть формула, или есть формула, просто можно посчитать 12 умножить на 13 умножить на 25. И все это поделить на 6. Двойка и шестерка сократились, 12 делить на 3 – это 4. Получилось вот такое равенство. y минус 5x умножить на y плюс 5x – это 4 умножить на 13 умножить на 25. Смотрите, эти скобки дают один и тот же остаток при делении на 5. Поэтому либо они обе делятся, либо обе не делятся. Ну, не делиться не могут, потому что там есть 25. Значит, можно обозначить y равно 5z. Уравнение приобретает вид 5z минус 5x умножить на 5z плюс 5x равно 4 умножить на 13 умножить на 25. Сокращая на пятерку делить на 25, получаем такое равенство. Ну, смотрите, опять все просто. Они одной четности. Поэтому единственный способ, если число положительное, то есть, возможно, обе скобки отрицательные, давайте пока обе скобки положительные, это 2 умножить на 2 13. Составляем систему, решаем ее, просто складываю уравнение, значит, 2z это 28, z это 14, x это 12. Вот это для положительных. Ну, естественно, можно и для отрицательных. Тогда получим x это минус 12. Чему это соответствует? x равно 12 соответствует просто сумме квадратов всех чисел от 0 до 24. Вот, давайте проверим, почему это действительно квадрат. Когда вы вычисляете сумму квадратов, 0 в квадрате, 1 в квадрате и так далее, 24 в квадрате, ну, 0 можно не смотреть, это будет 24 умножить на 25, 2 же 24 плюс 1 это будет 49, и все это разделить на 6. Ну, действительно, это 4 на 25 на 49, это квадрат. Вот, а x равно минус 12, соответственно, это все отрицательные числа и 0. Значит, минус 24, минус 23 и так далее, вплоть до 0.